любят наши магазины, кстати, черные пакетики. Корейская подружка проснулась. Я бы взял. Ну что, мой корейский друг уже проголодался, и пора готовить завтрак. Али. Но мне нравятся, знаете, узбекские пирожки с картошкой. Привет всем голодным и сытым, меня зовут Коля, я живу в Корее, добро пожаловать на мой канал. Сегодня выходной день, мои девочки уехали в солнечный Ташкент, я остался в Корее, и чтобы не тратить время попусту, я позвал своего корейского друга переночевать у нас дома и устроить ему утром дегустацию наших мучных изделий. Я планирую взять пирожки с картошкой, беляши, ну и... может, чебуреки, если они будут в наличии. Так что обязательно ставим большой пальчик вверх авансом. Подписываемся, те, кто не подписан. И сейчас мы вместе с вами отправимся за покупкой мучных наших изделий. Ну что, ребят, погнали! Я уже приехал домой, купил все, что нужно. Все находится в этом пакете. Любят наши магазины, кстати, черные пакетики. Да еще не просто любят, они за них еще снимают 50 вон. А в некоторых даже 100 вон. Представляете, за этот пакет. И корейская подружка проснулась. Я бы взял. Вот так, проснулся. Залез под одеяло и сидит, смотрит какие-то там корейские YouTube программы. Корейский! Корейский! Вставай! Ирона! Ну что, мой корейский друг уже проголодался, и пора готовить завтрак. Ну как готовить? Поставить наши мучные изделия, которые я купил в магазине, на разогрев в микроволновку. А, нет, я же чай заварю своими руками. Так, вы видите, я вас не обманул, это действительно пирожки, судя по этому бумажному пакетику. Так, два беляша, я взял два пирожка с картошкой, два беляша, взял две слойки на десерт и один пирожок с капустой. Я не очень люблю капусту, поэтому взял всего лишь один такие пирожки с беляшами. Сейчас поставлю на разогрев, заварю чай и позову его к столу. Давай, хэ. Сесу анагу. Харон, я сэ. А? Печалзу. А, ну, маши плавишь. Пали. Чайгет сарогу. Чангапчэ? Чангапчэ? Ани, сэсэм. Хунши сэмэм дэдэ. Все как в лучшем ресторане, да? Пробуй. Нет. Это называется беляш. Круглые формы. Беляш, Иремия. И они куги иран ямпатругэ. Эй, куги трогане. В Хангуге иран го горокхе пан иссо. Горокхе. Заварил чай. Чай? Да. Нокча, но чуа мингу. Гуэ тара? Тара? Пусть там на. Смотрим на его реакцию. К нему могу я. Карла Мурков, да? А. Хорошо. Мамберы. Кенна его могу отсюда, а не так? Хангуэ хорукера пагам пистане. Вот так. Бур пами пами ты был. Мачте? Хэм,괜찮아. 막 사랑에 빠지는 맛은 아닌데 빵이 느끼하네. 아 고기가 들어가서 그런가? 그 이거 한번 먹어봐요. 먹어봐요. 고려인 스타일. 별로? 먹어봐요 그냥. 그럼 별로인 거 아니에요? 고려인 스타일. 괜찮다. 괜찮아요? 내 말이야. 약간 만두에다가 간장찌개 먹는 느낌인데? 근데 이거 일반 간장 아니고
여기 마늘 들어가고 뭔 느낌 나요? 고춧가루, 식초 다 섞어서 먹어요. 해줘요. 손 없어요? 해줘. 손 없어요? 해줘. 당연히. 아 이거 찍어 먹을 거 맛있네. 당연하죠. 그 간장 있으면 더 맛이 업그레이드 할 거예요. 맞아요? 만두 같죠, 만두. 마늘이보다 안에도 약간 만두 그런 느낌. 아침부터 무슨 빵이야? 괜찮아요. 해줘요. 해줘. 업그레이드 맞아요? 근데 맛있다. 확실히 맛있다. 이거? 아 싫어. 왜? 아침엔 매운 거 먹는 거 아니야. 왜 고장나요? 어디? 왜 고장난다고? 이거 먹어야 돼요. 이게 뭔데? 피라쇼크 с картошкой 이름. 어 뜨거운데? 엄청 뜨거운데? 먹어요. 오, 피라쇼크 с картошкой. 안녕. Но мне нравится, знаете, узбекские пирожки с картошкой. Они вот такие прям тоненькие. Тесто там, ну, не такое, как здесь, дрожжевое. Вот так? Камза? Камза, у нас. Камза, мы можем, как коги, что? Когда я говорю, хачимен коробке, как это было. А, хангусалья? Ягче, ямпа, камза, коги. 썰어가지고 안에다 넣어서 만드는 거. 고로케. 이거 맛이 어때? 그냥 감자인데? 그냥 감자? 나쁘지 않아요? 괜찮아. 나쁘지 않아. 업그레이드? 업그레이드 한번 해보자. 업그레이드 해서 더 맛있어요? 무조건 해야 돼. 맛이 달라지네. 고려의 양념장 만능인데 만능? 이거 와이프 만들었어요. 와이프 이런 거 잘 만들어요? 소스 양념이라고? 이건 잘라야 되는 거 아니야? 그냥 손으로 잡아요. 우와! 뭐야 이거? Это пирожок с капустой. 그 양파네? 양파랑 그 양배추? 고기가 아니네? 응. 아, 고기를 마지막에 줬어요. 생각해보세요. 예, 당연하죠. 아, 나 양파 있어요. 완전. 토팡 있어요. 아, 괜찮아. 배불러 이거. 아니 그, 아, 이건 내 스타일 아니야. 먹어야지. 내 스타일 아닌데? 그냥 먹어야지. 소스라도 많이 줘. 더? 응. 소스 없어요 이제. 그냥 한 번에 먹어. 나처럼. 오. 아, 이거 뭐야 이거 양파. 양파는 뭐? 배추 양배추. 방금 하나씩 먹었잖아. 그걸 세 개 합쳐서 먹는 게 고로케야. 세 개? 어. 양파도 들어가 고로케. Но у меня есть для тебя еще сюрприз. Сладкий сюрприз. Тебе он точно понравится. Нет. Понравится. Нет. Тебе ее? Ага. Я люблю, да? Какой тебе она? Тебе какая? Мусовая. Мусовая? Да. Та-дам! Это слоечки. Угадаю. Его вообще такой вот, да? А его она куги дрожит на глаза. Аню? Куги дрожит на глаза. 옛날 이거 먹어봤던 것 같은데? 어? 아니네? 잼? 잼 들어있는 거야? 슬로이카 스위슈니. 오! 단 거다, 단 거. 근데 이건 뭐야? 이거 빨간 거. 잼? 이게 아... 나쁘지 않아. 내가 지금까지 먹은 것 중에 최고다. 이거? 고기보다? 그러니까 고기의 그 고려인 간장
찍어 먹으면 맛있는데 그 고려기 간장 빼면은 이게 최고. 여기 갔어요? 알았어요. 1등 이거. 2등 고기. 고기. 3등 감자. 4등 뭐 먹었어요? 기억 안 나요? 기억 안 나요. 기억하고 싶지 않아요. 벌써 늦었어요. 같이 웃어요. 기억하고 싶지 않은 맛이었어요. 어? 그때 먹었던 나폴레옹 그거랑 비슷하네, 결이. 그지? 케이크? 아. Ну я рад, что тебе все понравилось. 너한테 오늘 먹었던 거 마음에 들어서 기분이 괜찮아요? 좋아졌어요. 좋은 건 아닌 것 같은데. 아, 왜? 표정이. 표정? 원래 이런 비전이야. 그래요? 네, 괜찮았어. 나쁘지 않아. Not bad. И, пожалуй, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Ставим большие пальчики вверх. И, как вы видите, Досолю потихоньку начинает нравиться наша кухня. Возможно, он уже привык к ней. Ой, вроде имщи я кан чон чони иксу хагуисы. А, кем вот, не, а. Значит, 1년 지나가면 한국 음식 별로야. 러시아 음식 저 가스라이팅 당하는 거야 이게. 왜? 가스라이팅 알아요? 네네. 가스라이팅 하고 있는 음식으로 조금씩. 아, 다솔 러시아 음식 좋아요. 계속 조금씩 조금씩. 와씨. 이 на этом все. Всем удачи. Всем пока пока. Мы сейчас пойдем с ним гулять дальше. 아 근데 아 점점 러시아 그 음식이 입에 맞는 것 같다. 큰일이다. 왜? 아 난 한국 음식이 좋은데. 이러다 나중에 러시아 가서 같이 가서 살자고 하겠어. 밥 잘 먹어서 이제 설거지 해야 돼요 아니야? 왜 안 할 거야? 손님인데 손님 무슨 손님? 그럼 나 좀 자고 있을 테니까 형이 하면 되겠다.